Код жизни, зашифрованный на кончиках пальцев. О настоящем и будущем человека может рассказать компьютерная программа. Ничего общего с хиромантией. Система основана на науке дерматоглифики, которая занимается изучением узоров на коже. Тестирование отпечатков пальцев прошли известные личности. Какая информация оказалась в руках Венеры Мухаметовой? В сюжете. Показатель творчества выше среднего. Она не потомственная гадалка, при этом может многое рассказать об абсолютно незнакомом человеке. В руках Анастасии компьютерная программа, которая по отпечаткам пальцев определяет способности. От большого до мизинца результат сканирования сравнивают с базой данных. Ее формировали на протяжении 7 лет. Протестировано более 5000 человек. Разработка это молодого российского ученого Александра Зубарева из города Кирова. Этим не только он занимается, занимается несколько научных институтов, например, при МГТУ имени Баумана, Институт физической культуры и спорта. Нет задачи обвести вокруг пальца, напротив, помочь. Зная о способностях ребенка, родителям легче будет определиться при выборе секции или кружка, утверждает руководитель проекта. Далеко не скептически к этому относятся сотрудники экспертно-криминалистического центра. Через их руки проходят сотни тысяч следов. Эта информация основывается на статистических данных, которые они собрали, поскольку сейчас массивы дактилокарт превышают десятки миллионов, то какая-то крупица здравого смысла здесь есть. И наверняка в каких-то своих прогнозах они угадают. Потому что среди миллионов можно всегда найти что-то верное. Нельзя сказать, что в Казани людей, знающих о новинке, по пальцам пересчитать. К программе приложили руки 1000 человек. В ближайшее время руководители проекта планируют познакомить с наукой дерматоглификой жителей Набережных Челнов. Венера Мухаметова, Илья Шорин, Вести, Татарстан.